Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Игрушка обновилась опять. Это уже там, по-моему, какой-то 10-й апгрейд, но разработчики сказали, что будут выдавать его в два этапа. Вот сейчас сдали первый этап. Я не знаю, что там будет конкретно в первом и втором. Но здесь добавили, я знаю, новые туры. Должны были добавить, по крайней мере. Так, у водителя, скорее всего, там новый костюм. Да, ну, вот такой вот, ох ты, Xbox. Ну, конечно. Так, ну и вот еще новые костюмчики. Ну, это ладно, это меньше всего меня интересует. В принципе, у меня костюм VIP-а. Вот, другой мне не нужен. Давай, поехали опять в гонку, в карьеру. Значит, что у нас? У нас... Кубки конструкторов что-нибудь появилось или нет? Нет, в кубке конструкторов ничего не появилось. Появилось в основном, вот он у нас, новый. Раллийные соперники. Это уже дальше начало, через 4 дня, через 11. Ну, в принципе, окей, Мерсик, да, дадут. У меня, по-моему, такой Мерсик уже есть. А, ладно, и он, блин, опять этот open класс, да что такое? Я вот не знаю, я вот open класс вот этот не катаю, ни одного тура еще его не проехал. Ладно, у нас Endurance Tour, гонка на выносливость. По-хорошему мы должны сегодня колеями пройти. Слушай, я тебе честно скажу, мне так не хочется пока в колени ехать. Там мне нужен будет накат, потому как, ну, как-то не особо я катаю по этой трассе. Очень плохо ее знаю. Но у нас открыт Нордчеляев. Это же северная петля, по-моему. Чтобы открыть вот это, нам нужно классическую выносливость завершить. Окей. Я думаю, мы, наверное, так и пойдем сюда. Кроме того, у меня даже есть, да, автомобиль. Понятно. Нюрбургринг, северная петля. Нордшлайф. Вот. Давай продолжим. У нас стоковая тачка. И у нас, блин, большие проблемы, я тебе скажу, потому что у нас ограничение класса А, мощность 700, а мы сейчас класса D 353 у нас. Что нам надо? Ну, ты правильно думаешь, что нам нужно, как бы хотелось бы. Но для начала давай посмотрим, что у нас с шинами. Мы их сразу же поставим. Блин, сейчас... Мы сейчас денег... А, ну, в принципе, ладно. Мы всего лишь 12 тысяч за это отдали. Как бы немного. Я не хочу тренироваться здесь. Почему? Ну, потому что ты сам знаешь, что это за трасса. Так, объем двигателя. Поставим. Что такое? Что все зависло-то? Ага. Так, поставим, значит, объем спар гоночный. Поставим гонку. А в чем, собственно, отличие? Ну, ускорение и скорость. Ну, ладно. Так, поршни компрессия. Также гоночный поставим. Мы сейчас до 700 добавим. Блин, ну у нас... Тут что-то прям это совсем мне нафиг не надо. Клапаны что? Так, 502. И распредвал. 553. Ну никак здесь, да, на мощность это не влияет, естественно.
Блин, а что мне с мощностью делать? У меня... А, вот. Сейчас денег до хрена дадим. А блин, что уже разделать так делать? Так, гоночное сцепление, трансмиссия, карданчик, дифференциал. Блин, ну это тоже... Ха. Как бы надо. Просто потратимся сейчас сильно. А в смысле замена двигателя? Так, а здесь у нас уже 704. Ну, я думаю, мы можем здесь убрать на чем-то. Так, это я пока оставлю, потому что, возможно, понадобится, блин, трансмиссия. Вот, на стоковое сцепление поставлю и пойдет. Сколько денег запросили? Да не, в принципе, что, 40 тысяч сюда, ради бога. Бери. Я-то думал, там сейчас нам... Не хотелось просто ехать на стоке. Не знаю, что улучшили в этом улучшении, не улучшили, блин. Может быть, что-то и улучшили, может, побыстрее что-то пойдет, но... Наш Ляхтенбург насчитывает почти 21 километр в длину. Скоростные гонки здесь проводятся уже более 100 лет. Не теряйте бдительность. Здесь вас ждет более 70 поворотов, а также постоянные подъемы и спуски. Давай немножко прокатимся, почувствуем тачку. Блин, что-то дали близко. Ой, точнее. Ну да, близко. Ёб твою мать, да я на... О, братан, я на ней вообще никуда не уеду. Она еще и праворукая. Нормально, слушай, ну прям на газ надо вставать аккуратненько. Короче, да, понятно, что надо очень аккуратно на ней ехать. Я не вижу смысла тренировки, какие-то так у меня FPS-ки показывают. А их бы надо бы убрать. Давай пропустим тренировку. Сейчас FPS я уберу, я не думаю, что тебе интересно. Я просто... Ну, блин, на широкоформатку же, точнее, даже на этот, как он там называется. Короче, с 16 на 9 перешел на 21 на 9. Вот, смотрел, насколько просядет типа FPS, но не, ничего, нормально, все. Так, так, экран. Вот, показывает частоту кадров, нам не надо. Все, переходим к гонке, какой приеду, такой приеду. К валу я тут ставить не собираюсь. А сколько у нас? А мы сейчас посмотрим.
Сколько мы кругов-то едем? Я не думаю, что один раз это на выносливость. Блин, как бы нам тут не сказали кругов 5 рулить. Блин, ну смотри, я угадал. 5 кругов, пит-стопы. Блин, пит-стопы. Пит-стопы не нужны, 5 кругов, это почти сотка километров, да, да даже не почти, нет, почти, да, больше сотки. Блин, я на жестких поеду. Я не хочу рисковать, потому что уйдут колеса и это все. Так, погнали на жестких. Ну, нафиг. Блин, ну 5 кругов, конечно, северные петли. Ну ладно, что делать. Мне кажется, час, наверное, будем ехать. А как так? Я же сбрасывал скорость. Вообще не то пальто. С этой машиной надо быть очень аккуратным. Так, перезапускаем. Слушай, да я за 5 кругов тут расхлестаюсь несколько раз. Блин, слушай, ну тяжело. Просто я вот этот северную петлю вообще никогда не катал. Ну как бы старался ее избегать. Мне она прикольная, я ничего не говорю. Ну блин, она сложная. А выучить ее, мне кажется, это вообще нереально. А ну бля, нет. Да я не проеду здесь. Пять кругов я не проеду. Я расхлестаюсь, это 100%, и блин. Мне не получается на этой машине ехать. Ну не получается от слова совсем. Блин, ее колбасит. Thank you.
Да немножко даю газу, даже блин. Очень сложно, я, блин, я молчу, потому что... Так, на Феррари. Бля, я на эту игру молчу, потому что просто концентрируюсь конкретно на тачке. Да еще пизда рулям. Ну, вообще, блин, машина не моя. Трасса не моя. Просто тут еще видишь, она, блядь, узкая. Вот этот дурачок вот так и будет сейчас передо мной. Туда-сюда, куда я, туда и он. Тут хрен обгонишь. Просто, блин, 5 кругов ада. Надо было вообще, наверное, на стоке ехать.
могу с этой машиной совладать. Ничего не могу поделать. Ну потому что, блин. Да, увеличил мощность. Мне кажется, эта машина не про мощность, блин. Потому что она становится, блин, неуправляемой. Ну как неуправляемой? Конечно, если на ней задротить, то можно пройти. Опять же, нужны настройки. Во-первых, надо избавляться от раскачки и очень сильно качаем. Ну вот, во-вторых, что-то делать. Она не держит дорогу по ней. Не думаю, что это из-за жестких. Ну куда на такой тачке, вон она, 290 уже. Ну я видел, что я врезаюсь. Ладно, давай, знаешь, как мы сделаем? Хрен с ним. Пусть это будет была тренировка. Пусть это была тренировка. Поедем на стоке, попробуем прокатиться на этой же машине, блин. Я не знаю, а что, ну, блин, поувеличивал ее, да, типа. А на стоке мы хрен сейчас прокатимся. Так, ладно, подожди. Давай все-таки переиграем мы эту ситуацию. Пусть у нас эта машина так и будет. Блин, сейчас надо будет новую покупать тогда тачку. Я все-таки... Так. Классическая выносливость. Давай серию заново. Посмотрим, что у нас есть. Ферка, да, там шла неплохо. А Феррари у них только, ну, да, там у нас, у них. Только вот это. Ну, опять же, смотри, она уже 560, она класса Б. Это именно вот эта Феррари. Ферка шла неплохо. Это же не вот это была. Или это вот это была, потому что у нас был класс А. Подожди, давай мы все-таки попробуем что-то попроще. Блин, ну точно не Ягуар и не Шелби. Хотя Шелби интересная тачка. Но, блин, она тоже класса А.
Давай мы попробуем взять вот эту Ferrari 250 готового 62 года. Вот прям мы, да, мы ее прям возьмем. Блин, бабки трачу. И мы на стоки поедем. Пусть будет она у нас поменьше. Мы тут до 700 догнали. Ну, очень тяжело рулить. Так, будет тренировка, да, у нас сейчас. Races here at the Nürburgring Nordschleife. A short list of motorsports legends were nicknamed. Просто там мы потом еще поедем ночью 100%. Так, давай посмотрим эту машинку. Блин, я тут хотя бы на газ ставлю. Да. Ну здесь мой косяк. Здесь мой косяк, это потому что я не знаю трассу. Блин, зато тут уже нету такого, чтобы... Так, притормозим, ага. Ну, чтобы я прям вообще где-то, знаешь... Я на той машине ехал, прям я тебе реально говорю, я еду молча, потому что, блин, охереть, как сосредоточен. Я постоянно ее контролю, прям вот постоянный контроль, понимаешь, над машиной. Если не контролить, то все. Тут от меня хотят 9 минут. Это, в принципе, как бы то время. С учетом особенностей, скажем так, моего, блин, автомобиля. То есть то, что нету никакого апгрейда, нифига. И она на стоке и на шинах. Короче. Тренировку пропускаем и прям на стоке катим. Катим гон. Ну блин, попробуем хотя бы. Понятно, что мы тут сейчас. И шину нахрен мы не выберем, да? Так, а ну-ка давай так. Да.
Я за шины боюсь. С другой стороны, у нас не раскачанная тачка. Я не думаю, что шины будут прям сильно уходить. Мы же не горцуем на ней. Да мне 25 сразу сходу, короче, держал. Блин, слушай, ну я не знаю, как в это играть. У меня, блин, две неудобные трассы дали мне, блин. Ну ладно, еще кольями. Там еще как-то я проеду. Ну вот эта северная петля, ну это ад. Еще и машины праворукие, да блин, что такое? Даже на стоке ни хрена не могу с ней справиться. Я помню эту трассу еще по первым Need for Speed'ам. Блин, я тут на Лотусе гонял, это был капец. Ну ладно, здесь я хоть немножко держусь. Люди, блин, раньше участвовали в таких гонках, на таких машинах. Это вот, наверное, блин, знаешь, реально профессионалы. Потому что сейчас, по сути, тачка. Везде там электроника тебе там помогает. Туда-сюда, блин, здесь же ты все сам. Пока даже не могу понять, нужна ли ей первая.
кажется, на первый выход-то поинтереснее будет. С другой стороны, на газ, блин, станешь сильно, и выход уже не будет таким интересным. Что я говорю, а первый прям уезжает, прям уезжает конкретно, он там прямо летит. Короче, понятно, что тут на подиум претендовать я не могу. Попробуем хотя бы в десятку заехать. Не знаю, насколько у нас это получится. Но он специально начал передо мной тормозить. Ну что я поделаю? Как ты хочешь здесь выживать 5 кругов, я не знаю. Даже круга не проехал, меня тут убили просто. Понятно, что в повороты я не вхожу, потому что у меня тачка разбита. И главное, он не отскочил, отскочил я. Ну ты понимаешь, да? Блин, это специально сейчас было сделано. Я уже тоже не могу сразу куда-то, снос у меня идет.
Я хрен его знаю, я не знаю. В общем, еще и вылетела игра. Короче. Давай, я думаю, мы на этом закончим. Потому что, ну это, блин, я не знаю. Вроде бы кто-то начало под конец получаться, но... Да не начало, блин, просто убили и все. Не знаю, как я буду этот этап проходить. Вот, поэтому давай на этом закончим. Я не хочу сейчас заново начинать играть. Мне завтра на работу, у меня уже много времени. Я думаю, в следующий раз пройдем. Этот ролик выложу как неудачный, скажем так, неудачная попытка. Ну, обычно за такие ролики дизлайки ставят. Ради бога, ставьте. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.